Всем привет, друзья! На связи SLT Fight News. Мы в Минске, на Минском море, на турнире по ММА. И рады, что получилось встретить Ивана Жвирблю. Привет, Иван! Здравствуйте! Ну, наверное, начнем тогда с Иглса, да? Ты дебютировал там, прекрасно выступил, несколько боев, и впереди у тебя титульный бой. Да. Титульный бой. Очень интересно узнать, где проходит твоя подготовка, как она проходит и насколько ты готов. Ну, немножко поподробнее про этот бой, про бойца. Ты же наверняка изучал и прочее. Да, изучал. Будет боец, он будет со мной бороться в любом случае. Сейчас у нас упор на борьбу, плюс ударка. И сейчас планирую уехать на сборы в Дагестан на 3 недели. Потом приезжаю, будем дальше работать. У нас есть своя команда. Стас Закрыцкий, Вася Ануфри. Все, мы готовимся, там ребята помогают. Угу. Поэтому все будет хорошо, пояс нужно забирать, привозить в Беларусь. И потом в категорию 61 переходить. Ну и сейчас у нас там будет открываться клуб, в том типе Беларусь. Один из лучших будет в Минске. Я буду кого-то тоже тренировать, какие-то группы. Ну, в новый клуб, наверное, новый пояс будет отлично смотреться, да? Будет отлично, да. Хорошие слова, надо обязательно привезти пояс в Беларусь. Ну, ты сказал, что поедешь в Дагестан на сборы. Да. Очень, как получилось так, что ты выбрал именно это место? Ну, у меня есть Стас Закрывский, который решает вопросы, куда лучше и с кем, и какие там какой там будет уровень людей. Он подбирает, чтобы я мог вырасти, чтобы двигаться дальше, чтобы чего-то добиться в этой жизни. Расскажи, пожалуйста, про свой крайний бой в Ахмате. Очень зрелищный бой. Мне очень понравился, я думаю, вам тоже. Расскажи немножко поподробнее про этот бой. Ну, могу сказать, что обстановка для меня была тяжелая, но я себя не оправдываю, что там проиграл, знаю свои многие ошибки. Ну, может, перегорел, потому что новое место. Люди совсем контингент другой, да, специфически, да, согласен. Ну, чуть-чуть не доработал, над ошибками работаю, поэтому будут более красивые бои. На самом деле Иван показывает очень зрелищные поединки, бои. Мы будем продолжать следить за его выступлениями. Надеемся, он заберет пояс и не один. Ну, Иван, желаем тебе удачи, спасибо за интервью. Спасибо. Продолжай нас радовать дальше своими победами. Спасибо большое. Все.